Друзья, поздравляю в Новый год с новыми ценами. Акцизы на бензин и дизельное топливо повысились на 10%, знаете, да? Следовательно, все остальное тоже подорожает. Правда, это еще не все сюрпризы. Повышать акцизы наши слуги народа в два этапа запланировали. Еще раз бензинчик в цене подпрыгнет в июне. В общем, нет повода не выпить на радостях. Правда, есть и хорошая новость. В правительстве пообещали, что собранные средства направят на строительство трасс в Крыму и в Калининграде. Начинаем! А вообще дорожное строительство — это самое лучшее, что можно было придумать. Прорва, куда деньги, хоть КАМАЗами сгружай, пойди потом найди, куда делся тот или иной лишний миллиард. С другой стороны, а как еще куда? В смысле собранные деньги типа потратить, да так, чтобы всем было хорошо. Не на повышение же пенсий, там реально придется людям все отдать, а в данном случае есть красивая легенда. И холопы рукоплещут, и для карманов отдельных граждан подарки новогодние. Гениально. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали? А вот в Южно-Сахалинске вообще анекдот случился, история из серии «Такое могло произойти только в России», короче, рассказываю. Собрались как-то жители Сахалина новый 2018 год встретить, пришли на центральную городскую площадь, праздник, радость, веселье у людей, и вдруг бац, сами на это смотрите. Дорогие друзья, попросим небольшой флаг-мажор, просим вас отойти от елки. Вот уж воистину, раз, два, три, елочка, гори. Нет, с одной стороны, всякое может быть, форс-мажор, стечение обстоятельств, в случае его величества и бла-бла-бла. А с другой, насколько я понимаю, такие объекты перед вводом в эксплуатацию принимаются не одним десятком каких-то там великих специалистов. Куча подписей ставится под документами, и каждый из этих бездельников-подписантов зарплату за наш счет получает. Вот мне теперь интересно, хоть кто-нибудь ответит за украденный у народа праздник, и хотелось бы, чтобы таким ответчиком не бабушку у актера назначили, ладно? Это реальная журналистика, праздник к нам приходит, тема сегодняшней программы, поехали! С новогодними сюрпризами предлагаю закончить и перейти просто к сюрпризам. Приглашаю вас в Забайкалье, Магачинский район. Это у самой границы с Китаем. Так вот, там местные всерьез бьют тревогу. Дело в том, что с каждым годом у людей остается все меньше и меньше прав на свои исконные земли. А началось все 4 года назад, когда российская сторона заключила с китайцами весьма странный контракт по строительству амазарского целлюлозного комбината. Комбинат тот, правда, до сих пор в проекте, строится в общем. Но есть в этом замечательном контракте одно забавное «но». Так, согласно одному из пунктов договора, великая и могучая передает братьям нашим китайским 4 миллиона гектаров леса в аренду на 49 лет, и делают они с этим лесом что хотят. Так вот, повторюсь, комбинат тот, авазарский, до сих пор возводится, зато лес уже осваивается и везется за бугор. При планируемом объеме выпуска целлюлозы и пиломатериалов древесины в Забайкалье едва хватит на 10-15 лет работы комбината. При этом правительство края, губернатор активно лоббирует интересы амазарского ЦПК. Приоритетный инвестиционный проект как знамя гордо несет Министерство внешнеэкономических связей Забайкалья. Пользуясь этим, ЦПК «Полярная» на всех уровнях настаивает на открытии пограничного перехода Покровка-Логухе. С 2000 года по 2008 год транспортировка леса занималась вывозом именно автомобильным путем. За сутки где-то примерно уходило 60 машин. Получается, что пока для нас этот контракт совершенно не выгоден, с экономической точки зрения одни сплошные минусы. По договору та сторона получает наше национальное достояние без аукционов и по сниженной цене, то есть задарма. Мы же имеем обещание, что когда-то все-таки ЦБК заработает. Ну давайте с этой стороны посмотрим. Может, будущий ЦБК рабочими местами людей обеспечит, налоги с утроенной силой платиться начнут. Если говорить о рынке труда, то китайским рабочим на предприятии оказывают явные преимущества. Речь идет о том, что российские сотрудники комбината получают зарплату в 3-4 раза меньше, чем иностранные. Вот техника приходит новая, вся идет сразу к китайцам.
А мы ходим, дыры латаем на своих машинах. Китайцы получают от 50 и выше. А у нас от 19 и даже до 50 не доходят зарплаты. У них и дешевая рабсила есть, которые за кормежку там, лишь бы кормили, вкалывают. Ну, вот эти бывшие зэки, там, химики. Ну, что я могу сказать? Молодцы китайцы, не только выгодную для себя сделку замутили, не только граждан своих работой обеспечили, но еще и собственные отбросы общества пристроили, позаботились, так сказать, об асоциальных элементах, а наши боярку пусть жрут, в лаптях ходят, да стабильность прославляют. Так почему у нас так? Потому что широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. И всего остального тоже. Дофига. А вообще, делал я как-то один документальный фильм про лес наш российский, еще на ТВ-цирке. Назывался он «Срубить по-русски», через любую поисковую систему найдете. Так вот, я фонарел от того, каковы правила в отношениях национального достояния для российских граждан. Рассказываю. Предположим, живет человек в деревне в каком-нибудь, пожалуйста, Могачинском районе, центрального отопления у человека нет, понятно, что ему нужны дрова, так вот для того, чтобы получить разрешение на заготовку этих самых дров, то есть пойти в лес и напилить их, гражданину 7 кругов ада пройти необходимо, 48 подписей собрать, не дай бог что, штрафами обложат со всех сторон, зато для чужих людей, ради бога, любой каприз только свистните, славься, страна, мы гордимся. В Барнаул перемещаемся, где российское правосудие чудеса человеколюбия проявило. Там судили некоего Алексея Бекташева, который в апреле 17-го, находясь в нетрезвом состоянии и уходя от преследования полицейских, угробил двух человек. В прямом смысле угробил, вот эти страшные кадры. В результате аварии погиб водитель «Жигулей», в который врезалась иномарка пьяного гонщика, а также девушка-пешеход, молодая мама. В тот день она просто куда-то шла и просто переходила дорогу. Удивительно, но о том происшествии местные СМИ сказали не сразу и как-то вскользь. Подробности опубликовал крупнейший на Алтае паблик ВКонтакте «Барнаул-22». И у его администраторов тут же начались проблемы. Ребята вышли в прямой эфир, рассказали о прессинге, только после этого от них отстали. Мы живем в России, и, к сожалению, далеко ходить не надо. Куча случаев, когда подобные люди избегают наказания из-за связей, родителей и подобного. То есть я не буду комментировать все, лично этого человека не знал. Но погибшие оба были подписчиками нашего сообщества. Парень, который ехал на БМВ и виновник аварии, тоже подписчик нашего сообщества. Кроме того, он заходит, читает все это. Это важно, то, что вот эта грязь льется, это все высказываются. Но сегодня мы столкнулись с еще одной бедой. То, что люди, откровенные охеревшие люди, начали использовать фейки и собирать деньги на похороны погибшей. И начали кидать левые сберкарты в комментарии массово. То есть, ну это уже ничего святого. Нет, мы сталкивались ранее с таким. Мерзко, но не менее мерзко другое. Суд первой инстанции приговорил Бекташева к 6 годам заключения. В декабре случились апелляционные слушания. Виновника ДТП отпустили домой с миром. Ну и чтобы не на грустной ноте, покажу вам челябинских полицейских, которые, на мой взгляд, очень забавно поступили, красиво поздравив жителей региона с Новым годом. Буквально через несколько секунд вы это увидите, а это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее прямо надо мной, вы найдете больше гимнастики для ума, заходите, наслаждайтесь. В соцсети ко мне добро пожаловать, там тоже интересно. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока, пока, ну и обещанные челябинские полицейские.